Всем привет! Продолжаю совершенствоваться, узнавать что-то новое. Хочу поделиться с вами тоже некоторыми сведениями, которые я узнал о художнике Кацусико Хокусае. Потрясающий, широко известный японский укиё-иллюстратор. Это стиль такой укиё-э. Стиль укиё-э, как говорит Википедия, это картины образа изменчивого мира, но вот так примерно переводится на это направление в изобразительном искусстве Японии. Дословно укиё переводится как плывущий мир. Первоначально термин укиё употреблялся в буддизме как обозначение бренного мира, ее доля печали, но с появлением специально отведенных городских кварталов, в которых процветал театр кабуки, находились дома гейш, куртизанок, термин был переосмыслен, его стали понимать как мир мимолетных наслаждений, мир любви. Гравюры в стиле укиё – это основной вид ксилографии в Японии, так говорит Википедия. Итак, Хокусай, гравер, работал под множеством псевдонимов, является одним из самых известных на Западе японских гравюров. Мастер завершающего периода японской ксилографии. Хочу показать вам его гравюры, его работы. Это не только гравюры. Дата рождения – 1760 год. Умер в 1849 году, прожил 88 лет, был дважды женат. У него было 3 дочери и 3 сыновей. Причем младшая дочь, Ори, тоже стала художницей. Ну вот немножко о его творчестве я хочу рассказать. Родился он в семье ремесленника, настоящий имя Такитара. Считает, что его отцом был Накадзима Исе, который изготавливал зеркала. Но по одной из версий, он был только приемным отцом мальчика, которому он был отдан в обучение. А настоящим же отцом был крестьянин Кавамуру. Ну, в общем, это, наверное, просто как для информации. Начал рисовать в возрасте около 6 лет. Ну и, возможно, конечно, он обучался у отца, чья работа над зеркалами включала в себя их роспись. Я воспроизвожу данные Википедии. Устраивается в книжную лавку разносчиком книг, затем работает в мастерской гравера. Как раз в это время в Японии очень развивается театр, изобразительное искусство, литература, осваиваются новые какие-то методы и стили художественные. Происходит всплеск в книгопечатании, массово используется в быту, в поздравительных открытках изображения актеров разных жанров, создание портретов. Кусай работает резьбой по дереву в мастерской гравера, где он устроился учеником. Это студия Кацукава Сюнсё, известного художника укиё, прославившегося портретами актеров кабуки. Работа и учеба Хокусая в мастерской были отмечены его создателем. Он давал ему какие-то свои хорошие заказы, как я понимаю, и даже разрешил подписываться именем, образованным от имени учителя. Хокусая дозволено выступать самостоятельными работами. Делает гравюры из театральной жизни. Известные работы Хокусая этого периода, которые изображают популярных актеров того времени. Дикао, Данзюра, Сюгао, Кикудзира, ну и так далее. То есть японские, конечно, фамилии тяжело произносимые. Хокусая много трудится над иллюстрированием книг. Большей частью это популярная недорогая продукция, называется кибёси. Это книжки в желтых обложках. Сюжеты, бытовые сценки, посвященные жизни горожан Японии и Китая. В 1792 году его патрон Сюнсё, руководитель, умирает. Школу возглавляет другой ученик, и Хокусай уходит из школы. Говорят, что по одной из версий его просто выгнали из школы за измену, потому что он ищет новые какие-то пути самовыражения, ему уже рамки этой граверной мастерской малые. Работает в собственном стиле Суримона. Сталкивается, конечно, с большими трудностями, потому что ушел из мастерской, приходится жить впроголодь, занимается мелкой торговлей, чтобы как-то прокормить себя, изучает разные школы живописи. Но публика есть публика, она требует работы в жанре укиё-э. В это время не вырабатывается свой стиль, он применяет различные школы живописи Японии и даже немножко и какую-то европейскую перспективу. Пишет много одиночных гравюр и альбомных листов. Суримона – это выполненные по заказу оттиски. Они, конечно, имели колоссальный успех. Работает, зарабатывает деньги. В 1796 году художник стал использовать ставший впоследствии широко известный псевдоним Хокусай. До этого он работал под разными другими именами. В 1800 году, тогда ему был 41 год,
художник стал называть себя Гёкюдзин Хокусай, безумной живописью Хокусай, так переводится, начиная делать какие-то публичные выступления. Вот, к примеру, в 1804 году на территории храма Эдо художник нарисовал изображение Бодхидхармы размером 240 квадратных метров. Ну а Бодхидхарма – это первый патриарх чань-буддизма, основатель учения, патриарх буддизма, так для информации. Делает различные альбомы и серии гравюр. В 1739 году у него в мастерской случился пожар, который уничтожил все наброски и рабочие материалы. Представляете, какая потеря для художника. После этого у него был период такой застоя, он практически не рисовал. Рисовали его ученики. Работал в стиле сурьмона. Да, я как уже говорил, это вид традиционного японского искусства, цветная ксилография. Она могла служить подарком среди японской городской интеллигенции. Ну, а поводу может быть что угодно. Юбилей, рождение сына, ну и так далее, и так далее. Перемена фамилии, Новый год. Заслуга Хокусая, как говорят в Википедии, во взлете популярности сурьмона. Он делает его важнейшим из видов японской ксилографии. Изображает окружающий мир, природу. Ну и, конечно, люди на сурьмонах Хокусая прежде всего живые. Это не просто изображение, показанное на фоне пейзажа. Еще одно из выражений, которое называется «рисунки Хокусая», переводится примерно так «Хокусая манга». Это одна из главнейших работ в творчестве наследия художника, созданная им в «Зените славы». А материалом для первого выпуска этой манги стали зарисовки Хокусая, которые сделал во время путешествия по Японии в 1812 году. Была очень популярна, а буквально за неделю раскупалась. Большинство рисунков изображает сценки из городской жизни. Ну и в заключение надо сказать, что, конечно, Хокусай, как и японское искусство в целом, оказал существенное влияние на европейское искусство 19 века. Арт-нуво, французский импрессионизм. В характерных линиях арт-нуво, югенд-стиль, который назвали критики ударом меча, заметно влияние мотивов Хокусая. Тематику гравюр Хокусая присутствует в работах Клода Моне, Пьера Агюста Ренуара. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам рассказать о Кацусихе Хокусае, самым известным за пределами своей страны японским художником. Все, всем пока, всем привет. Вот посмотрите на работы, которые мне удалось скачать из интернета. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Пока-пока. Узнали новое о японском художнике. Кто не знал, конечно.